Здравствуйте! Это проект «Живая камера» и я Светлана Федотова-Ивашкевич. Документальное кино – это возможность прожить еще одну жизнь вместе с героем. Сегодняшний фильм о Пермяке до мозга костей. Какой он – настоящий житель нашего города. Он угрюмый и недовольный. Недовольный климатом и всем вокруг, и грязью на дорогах. Это очень собирательный термин, типичный пермяк. Ну, в общем, это человек, который, наверное, не знаю, знает все о Перми, о центре Перми. Тот, кто часто бывает в центре, как вот, например, я здесь хожу часто. Типичный пермяк, вы знаете, сейчас очень сложно сказать, каков должен быть типичный пермяк, потому что, мне кажется, их уже нет. Вот то поколение, которое было типичными пермяками, к сожалению, уже ушло или уходит. А нынешние жители Перми, мне кажется, уже нетипичные пермяки. Хотя, может быть, это и хорошо. В горисполкоме, я считаю, пермяки. Вот очень Бушмакин Виталий Алексеевич. О, пермяк был. Даже не знаю, все мы пермяки. А почему типичный-то? Какой типичный он? Даже не могу вам сказать. Мы все типичные пермяки, я считаю. Кто вот говорит так, как не в Москве, и нас везде сразу узнают, вот мы и пермяки. Но каждый на своем рабочем месте что-то пытается для города хорошее сделать. Я так думаю. Сегодня мы смотрим документальный фильм «Пермщина», который входит в коллекцию фильмов киностудии «Новый курс» под названием «Пермистика». Снял ее великолепный, очень тонкий режиссер Сергей Лепихин. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Здравствуйте, Светлана. Кто может быть главным героем фильма под названием «Пермщина»? Главным героем фильма «Пермщина» является Роберт Петрович Белов, наш замечательный пермский писатель. Открою маленький секрет. «Пермщина» – это вторая редакция фильма. Изначально он назывался «Пермщик Роберт Белов». Именно «Пермщик». На этом настаивал сам герой фильма. Роберт Петрович, мы говорили «пермщик», «пермщик». Нет, говорил Роберт Петрович, я пермщик. Вот я не совсем понимаю значение этого слова. Что это значит «пермщик»? Что такое «пермщик»? Что такое «пермщина»? «Пермщик» – ну, это суть самого героя, образ его жизни. «Пермщик» – ну, во-первых, корень ясно, да? Пермский человек. Это образ жизни у него. «Пермщик» – писатель, писатель – «пермщик». Неразделимые вещи, по моим представлениям, да, потому что писатель не значит человек, написавший тонны бумажных книг. Он писатель по сути, то есть, если он физически не может много написать, да, но зато он много говорит, рассказывает, много носит в голове, копит. Я надеюсь, что вот эта пермщина выйдет когда-нибудь. По сути, это, как объяснял Роберт, сборник соленых анекдотов. Насколько тяжело или, наоборот, легко снимался фильм? С таким героем путешествовать по Пермскому краю было одно удовольствие. И не только потому, что он хороший рассказчик, это видно из картины, да. А он просто душевный человек, он интересный, он настоящий киногерой, понимаете. Все его поступки, все его эмоции – это типичный киношный материал для документалиста, это просто клад. Сам герой как-то говорил об этом фильме, он ему понравился, не понравился, какие-то у него были эмоции по отношению к нему? Фильм, по большому счету, ему понравился. Как обычно бывает, претензии небольшие, но мы ничего не убавили, ничего не прибавили. Какой вот есть Роберт, такой он и есть в картине. Мне кажется, название «Пермщина», оно более отвечает духу фильма, потому что это не столько про Роберта Белова, сколько про это поколение. И там есть ведь не только главный герой Роберт Белов, но ведь есть еще и другие герои. Да, удивительная троица поехала в это путешествие. Выбор, казалось бы, был случайный, да? А на самом деле эти три киногероя, они создали картину. Нам оставалось только снять и смонтировать. Фильмы, на самом деле, режиссер снимает реально про героя. Если герой удачный, то и картина удачная. Если герой так себе, то приходится натягивать что-то, да? А результат плохой будет. Скажите что-нибудь зрителям перед началом просмотра. Посмотрите картину, и я надеюсь, вы посмотрите ее с удовольствием и почерпнете для себя что-то, ну, не столь важное, сколько полезное. Роберт Петрович,
Расскажите, что у вас с лицом-то? Знаешь, какая фиговина. Ну, когда два старикана дерутся, это, во-первых, не эстетично и глупо. Да? Ну, я-то как-нибудь переживу это дело, потому что, наверное, это ни к чему. Дело в том, что этот парень, у которого мы были, в свое время он был секретарем Ашкагановичевского райкома, был КСМИ города тогда Молотова. Вот. И славен он был тем, что он, для меня, по крайней мере, что он на университетской, на той самой конференции комсомольской заявил: не место Беловым и Охлюстиным в наших советских университетах. Точно говорю, писатель, сейчас особенно, писатель – должность посмертная. Вот отброшу я коньки, и тогда будет понятно, писатель я или писатель. А сейчас что? Я литератор, да. 97-403. Процесс зашел настолько далеко, что стал как гангрен. Надаш, ну все, я без тебя тут попал. Не знаю, уросит он, зараза. Где что? Сейчас я тебе скажу. Вот я набираю заведомо мне известное слово. Ну. Смотри внимательно, то я делаю, не то. Смотрю. Набираю я слово «гуд», у меня такой значок есть. Значит, ищи это слово, оно тебе вылезет. Я нашла. Вот тебе оно уже есть, да? Так, подожди, давай я сейчас посмотрю. И что он, зараза, делает, я не знаю. Он может делать все, что угодно. Это понятно. Надо кувалду. Да. К этой технике. Акунин сказал, что он уверен, что компьютер – живое существо. Может, Акунин прав. Значит, сволочь. Пошел. Пошел. Ну, все, зараза. Подожди, мне надо встать. У меня поясница болит. Героическая женщина. Да, героическая. Героическая развалина. Спасибо. Поздравляю. Хорошо. Наверное, самую лучшую на этой земной стороне. Она шевельнулась во мне, она еще очень спит. Жалко, что я не хвостун. Да. А то бы я раззвонился. Сама великая Елена Антоновна салат мне делала, кашу. Какой салат? Раззвонишь еще. Еще расскажешь. Ну ладно, Елена Антоновна, совершенно счастлив, как да. Ты понимаешь. О, какое жгучее сочетание, да, пиво и водка. Все обычно боятся такого. Тут вот какой Роберт бесстрашный. Вот я выпить хочу за то, чтобы у тебя было поменьше зависимости. Балда перепутал два дома, оказывается. Я не мог себе представить,
что во Всеволода вилле может быть два особняка таких, да? Дело в том, что Чехов-то был в одном, в том-то вся и проблема, а Пастернак-то был в другом. Ну все, счастливого. Ну, в общем, вы меня в экспедицию-то как? Найдете местечко для меня-то? Естественно. Естественно. Ну, лишь тебе. Осторожно, руку. Не споткнись. Тут снимают. Понятно. Халат такой мандаровский. Извините, это шлафрок называется. Да? Понятно. У этих самых. У меня это называется лапсердак. Ну, слышал, что Абашев-то с Печенкиным поездку-то делают? Ну, слышал. Ну, вот, так, меня тоже приглашают. Ну, так отлично, что ж. Надо, наверное, маршрут продумать. Для меня важно Всеволода Вилла. Поехали. Я вам что, хуже Гагарина, что ли? Вот именно. Здравствуйте. О, здорово. Вперед меня, странно это. Я да? Только что говорил, минуту, вот хорошо. Кто опоздает, это Бороздин, это тот же. Здрасте. 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 Я как понимаю, вы в Соликамске собрались? Ну что, все молчат. Мы в Соликамске сначала. Да, ради бога, если да, есть вот места, я же понятен. Хорошо. В случае чего я стоя поеду. Вот я никаких на себя не беру. Не бери. Вот это... Ты же гениальный директор. И все равно функционер. Директор – это функционер. А гениальный директор мне просто название понравилось. А больше ничего. Название-то я придумал. Вот и хорошо. Ну, что глупее может быть, чем гениальный директор? Ну, чего глупее-то? Нет, ну... Чего? Ну, тут посмотрел, думаю, сейчас что-то такое врежет, мажет. Вот, магазин. Кто не с нами, тот против нас. Ну, прямо горький. Я же говорю, гениальный директор. Я тоже думаю, если ты пил, допустим, вчера водочку и сегодня с утра похмелялся... А я не только вчера, я пью преимущественно водку. Одно единственное, будучи гениальным директором, я вам должен сказать, что мы слишком много времени тратим на технические остановки. Стакан, Роберт Петрович, надо? Да, наверное, что-то из горлатка. Профессор Андролог выступал по центральному телевидению. Мужчинам можно пить только красное вино и шоколад. Нельзя пиво категорически, в нем женские гормоны. Ну, ладно, давайте, ребята, с отъездом. С началом путешествия. Ну что, Роберт? Ничто, что пишет. Давай за твою удачу, чтобы у тебя все в этой поездке получилось. Ну почему за мою? За всех? Нахрена мы едем-то? Дело в том, что Всеволода Вилла, она еще половина того, что я собираюсь делать. Наталья Сергеевна. Привет. Солнышко, а? Ну, нормально, доехали, мы уже начали, в принципе, работать. А скажи мне, пожалуйста... Красивая музыка, правда? Как вообще без музыки можно жить? Это мне еще доверяет. Я примерно знаю, вот что можно с такими продуктами сделать. А дальше уже идет... Какая-то такая импровизация. Я вот только выпекать не могу, потому что очень плохая упаковка. Ну и это очень много времени занимает. Она мне все говорит. Ты на своей примитивной сковороде готовишь лучше, чем на этой фаре. Я в гостинице, из гостиницы и звоню. Соликамск. Меня зовут Белов Роберт Петрович.
Ну, Роберт, я вам скажу. Мужик. Ну, прирожденный рассказчик, конечно. Ну, с утра как начал, я уже, когда к Соликамску подъезжали, честно говоря, уже укачался. Уже не мог. Он все рассказывает, 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 рассказывает. Ё. Тут пришел. Хоть ноги вытянуть немного. Он все рассказывает, 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 рассказывает. Ну, силен, силен, нечего сказать. Ему ни фамилии, ни имя, ничего писать. Просто надо же сохранять вот людей-то из народа, надо сохранять. Вы же, в общем-то, сам народ. Да, да, красиво. Добрый день. Это позвонил из Перми Роберт Белов. Писатель, помните, мы с вами разговор был о возможности встречи с вашим? Значит, он сидит, ваша там это дробь 1-2, фамилия его Михайлов. Больше я ничего не знаю, а вы инициалы? Да нет, ну я его знал, но я не знал этого феноменального свойства говорить сутки без перерыва. В непосредственной близости от горлышка бутылки. А вот чуточку вот так еще более гордо, я вот так чуточку. О-о-о. Я. А его вот здесь поправьте, пожалуйста. Сзади. А. Да. Так что ли? Да. Если разрешите, так вот здесь еще. Да, слышные голоса. Да-да, заходите. Здесь все свои. Сереженька. Начинай действовать, а? Если начинать в твоих устах, это я понимаю только так. Ну, правильно ты понимаешь. Кто видел Бороздина? Хорошо, из гостиницы как мне адрес скажите, по крайней мере, управление, я не знаю города. Памятник Дзержинскому. И здесь управление, да? Он написал письмо, отзыв на мою книжку. Таких рецензий не пишут. Добрый день. Я слепая мыша, так что вы не удивляетесь. Михайлов, там убийство. Ну, конечно. Убийство? Много трупов у него. Много трупов. Силен парень. Тюрьма есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего зело истребны люди твердые, добрые и веселые. Офицер, хоть отродье хамского, но дело свое знает справно. Жалование им платить безотказно. В кабаки пропускать. Хорошо. Беспрепятственно. Ну ладно, хоть вы отродье и хамское. Здравствуйте, я осужден Михаил, 82-го рождения, статья 720, прошедший пожизненное заключение. Здорово, Лешенька. Мой хорошенький. Это я, да. Вот, письмо твое изумительно хорошее. Слава Богу, мозг не потерял. Наблудил ты, конечно, я извиняюсь, конечно, я посмотрел там. Ну вот я понимаю, я не знаю, что ты сейчас разочарован. Нет. Ну, скотина ты, ну что я могу сказать? Натворил делов, грязных делов. Ну, получил свое? Получил. Ты книжку хорошо помнишь? Я действительно книжку-то сердцем принял. Она мне очень понравилась. Я вам откровенно говорю. Мне довелось почитать-то тоже здесь, в этих стенах. Я как встретишь такого.
Ой, ну ладно, как тебе сказать, 30 лет с 62 года, когда я первый вариант, это «Я бросаю оружие» написал, 30 лет она моталась по издательству. И только в 92 году была напечатана, и то почему? Рой Ильич, вот знаете, меня в душе просто свербело, что у вас неудовлетворенность, так скажем, то, что все-таки с таким... Ой-ой-ой, тоже мне целка-самоделка. Девица, что ли, ты? Да нет, но дело-то в том, что все равно же как... Ладно. Человеку уже свойственно быть, хотя бы не быть, а казаться лучше, чем он есть. Я же тоже человек. Вот, во-во-во. Если ты желаешь быть... лучше, чем ты есть на самом деле, вот и слава тебе, Господи. Вот и если ты веришь в Бога, очень хорошо, тебе-то это поможет. Это мне насрать, я как-нибудь так доживу. А тебе-то это просто надо, для тебя это вероятное спасение. Роберт Петрович, если я не ошибаюсь, мы сейчас едем в Березники, где будем у памятника мы нашему сейчас едем, замечательному поэту Решетову. Мы сейчас едем к памятнику, чтобы я волок своему другу на кладбище, в гроб, куда угодно, цветы какие-то, то он не друг. Ну вот так, старенький. Дожились. Нет. Памятнички ставят, да? Ну, хорош. Хорош. В некотором смысле сделан такой традиционный. Идея-то. О! А, хороша советская власть. Бледюга только долго продержалась. Плесни ему. Там водка. Раз государство есть, то надо ими воспользоваться как инструментом. Во главе государства ставить умных, мудрых людей от науки, от искусства, от культуры. И от экономики тоже. И все. И пойдет страна по-другому. Как каждая страна. Какое счастье, что ты говоришь это сейчас. Вот Сахаров. Так, вот смотри, налево, магазин. А вход в редакцию уже сам соображает. Вон, да? Ну, здорово. Здорово, старый. Че, руку твою не хочешь дать, что ли? А? Да я тебя поцелую. Вот ты. Я, правда, вонючий, но и не бритый. Садись. Мы как дома. Во-первых, так. Первое, что мы с тобой сделаем, если ты в состоянии, мы с тобой поползем на Шихан. Владимир Петрович, а ты не хочешь исторический акт предпринять? На камне, на этом Шихане 100 грамм выпить. Хочу. Тут самое главное, ноги берегите, прежде чем вступить. Вот я про это же. Так. Что, идем. Вода – это все фигня. Они... А вот камни? Камни, вот это не па. Так, вот ничего там страшного. Тут немного углубляется. О. И сюда. О! Мы переправились. Можно хотите, уже... верьте, хотите, нет, да? Да. Так, я по чуть-чуть, по 10 капель. Не, ну чтобы водичка все-таки, насморка не было. Да, чтобы насморка не было. Что такое Шихан? Когда надвигались материки Европы и Азии. Тектонический излом, как они его теперь называют. Татары насчет тектонических разломов ничего не знали. Для них это просто скала, холм, возвышенность и так далее. Пошли. Так. Есть. Так. Оп, все, стоим. Вот он, пропор. Вот. Дальше ходить не надо. Дальше ходить уже не надо. Неохота. Да. Неохота. Ну как, ребята, обрыв? Еще шаг вперед. Да ладно. Можно не бояться. Мне и так хватит. Я и так не боюсь. Я просто хочу записать, еще успеть кое-что. Еще успеть записать. Хорошо. Ну, вот мы и находимся на этом самом Шихане, где сделана знаменитая фотография Пастернака. Давайте жить так,
как завещал Пастернак, чтобы вызвать к себе любовь в пространство. Сейчас выпьешь и подавишься. Да главное, место ты... Мама Вера, все-таки меня не... Здравствуйте. 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 Давно не виделись. Но надо было книжку-то опубликовать. Самое главное, продолжение статьи, что-то так незаконченное все. Вот, ну, какая разница там в Перми? Два дома было, один дом там... Но достоверность нужна. Ну, все правильно. Если я вам... Я не ломаю, вот вы-то точно знаете. А я сейчас объясню, почему вот двоякое толкование и потом... Вот публикация была, это «Уральский следопыт», 91-й год. Так. Местный краевед наш как бы опубликовал статью, а фотография была дома управляющего заводом Савы Морозова. Но. А не дома в том, где была контора. Где была сама контора завода управления, так сказать. Я не мог себе представить, что в одной завшивленной Всеволода Вильве может быть два такого сорта здания дома. Игорь Иванович, куда едем? Так, едем прямо, потом налево. И когда я выяснил, что я наврал... То есть ты думал, что это все в одном доме? Ну было, да. Ну, понятно. Вот. Так не только я, все думали. Здравствуйте. Юрий Петрович, вот это Юрий Петрович. Юрий Петрович, да. Наверное, для вас больное место. Для меня точно больное. Это, конечно, снос дома. Понимаете, да? Да. Как мне мерещится, какой-то секретарь обкома сказал вам, срывайте к матери. Да? Поедем туда на место и поедем, там поговорим. Поедем. Петр Петрович у нас, так сказать, историк, писатель и очень болеющий за историю, за сохранение истории нашей области, да? Я правильно говорю? Да. И, между прочим, должен тебе сказать... Я, например, к стыду моему узнал о том, что здесь жил Пастернак когда-то. Ну, может быть, после того, как 5 лет уже здесь прожил, вот во всем водовиле. А до этого я... Ну, о Чехове знал, а Пастернак я потом... А нахер он нужен? Да. Ну, тем более у меня вся эта семейка с Барских не очень вызывала, так сказать, ну какое-то впечатление. А что это за семейка? Немножко можете сказать? Период... Я же этого Зинкова боялся как чумы, как говорит. А ему бояться теперь нечего. Во! Так нет, слава богу, он же, как тебе сказать, он этим большевичком-то не остался. Вот. То есть вот это вот здание, оно действительно больше напоминало барак в том смысле, что... Ну, в чем здесь реставрация? Это надо убрать вот это старое все и заэскизировав предварительно, допустим, вот всю деревяшку эту, и потом восстанавливать уже по этим эскизам новый дом. Вот в чем реставрация. Это... Ты знаешь, Юр, я тебя боялся как чумы. Да, ну? Думаю, ну все, попадется мне этот большевичок. Да. И привет, и я получу вот. Так, как ты мыслишь и как ты разговариваешь, дайте ей Бог жизни. Вот дайте ей Бог жизни. Спасибо вам также. Здоровья. Наталья Сергеевна, привет. Солнышко, а? Вот такое странное письмо пришло мне. Он пишет, что очень стыдно ему за то, что творится в Великобритании. Понимаю, в чем дело. Ну, идет какая-то туфта, мельтешня. Ведь хоть король и извивался на древке, терпя жуткую боль, умереть-то он не мог. Почему не мог? Его убивали, он не мог умереть. Ну, кто это знает? Потому что он необыкновенный король, а сказочный. Но сэр Гавейн накинул всех отсутствующим взглядом и сказал, что должен идти. Другие подхватили, еле не выступают в поход. Увидев, как много рыцарей уходит на поиски сокровищ, Артур очень огорчился. Он знал, что в последний раз видит своих рыцарей круглого стола в полном составе. «Очень хорошо», — сказал он им, — «отправляйтесь в путь, и да пребудет с вами Господь». Я хочу курить, вот.
сидел в конторке? Да, конечно, он сидит, ждет, это я знаю. Тут вот барак такой беленький. Вот музей Астафьева, может, он здесь? Нет, литературный музей называется. Рубер Петрович считает, что Пастернак – уральский поэт. А Пастернак где-то посикал, где-то покакал, значит, где-то он прошмыгнул. Вот за него хоть и. Ах, Пастернак, давайте назовем город Пермь и Рядины. Здравствуйте. Заходите. У Виктора, в его дому, я был в лучшем случае два раза. Он меня... сам того не зная, сделал профессиональным редактором. Был такой Валька Кельник, который умудрился пробить отдел литературы и искусства в «Звезде». И на вторую ставку взял меня. Ага. Тебе фамилию-то Астафьев что-нибудь не говорит? Он говорит, ничего мне не говорит. Ну вот есть такой раздолбай, в Часовом живет. Вот такой талантливый мужик, неграмотный и безумно совершенно. И у меня к тебе просьба. Значит, ты внимательнейшим образом вычитай все это самое дело, расставь там все запятые. Одно единственное, ты не правь. Я вроде так и делал. Проходит какое-то время. Я беру вычитывать эти гранки. И ничего понять не могу. И у меня хватило ума. Я поднял все-таки оригинал, рукопись поднял и нашел свою правку. И тогда я понял. Вот не лезь. Если это Божьей милостью писатель, то ты только повредить можешь. Ну все. За радость встречи с Леонардом Дмитриевичем. Вот тут я расхохотался, да? Вот мне, оказывается, все-таки этот романчик-то, видно, остался на цельную жизнь. Как слышал, у Владимира Ильича Ленина-то романчика тоже жизнь стоила. Ну, да. Сифилис надо было получить от кого-то. Ну, вы уж замахнулись на самого Владимира Ильича. А мне это, между прочим... Все люди. А мне, между прочим... Вот для меня вот этот серьезный человек. А Владимир Ильич, нафиг он мне нужен вообще? Кто он для меня был? Никаких авторитетов не признавал, не признаю. Твоих лучей неясной силою вся жизнь моя озарена. Этого достаточно. Мне кажется, у меня никогда так хорошо не получилось. Ладно. Тихонечко, подожди. Всегда тебя Бог за все мои мучения. Бог простит. Меня и так прощает. Бог меня любит. Смотри. Иначе бы я не смогла с тобой прожить столько лет. Только его любовь и помогла мне прожить. Вытерпеть. Шахтерские города вымирают. Как вы к этому относитесь? А глупый твой вопрос не отвечает, как говорят в этих случаях. Так жалко, ведь шахты, дома бросают. Вот, смотрите, что делается. Пошел ты знаешь куда? Ну зачем? Вот зачем? Зачем? Вот такую трепотню я ненавижу. Для меня это не трепотня, а... Делай!
Делай, кто тебе мешает. Хочу посоветоваться, как? А ты не советуйся, ты делай. Хорошо. Значит, дело спасения утопающих, это дело их самих. Ну хватит этой воде, ну хватит. Вот не надо пустословить на серьезных вещах. Согласен. Но серьезный писатель должен обращать внимание на серьезные вещи. Слушайте, заткнись наконец. Это понятно? Правде рот не закроешь. Я бы сказал с пермщиной. Пермщина. Во-первых, я не знаю, пермщина или перемщина, откуда первый укус. Как-то Латохин был такой, выбросил уже из Верска, если память мне не изменяет, повестушку мою, с одним единственным заключением. Беловщина какая-то. Ну, из этого я сделал заключение, что я стал родоначальником нового литературного течения. Категория. Ну да. Беловщина. Потом время шло, издали здесь, в Перми у нас, Саргина издали. Вот там я и вычитал просто это слово, пермщина. И потом, поскольку всякой фигни-то в памяти до лешего, а жалко, что вот, ну, коньки отброшу, так просто пропадет, и все, потому что многие вещи просто, кроме меня-то, никто и не знает, и не помнит уже. И тогда стал как-то вырисовываться вот даже целый циклик. Пермщин. Терпеть не могу, между прочим, когда так величают себя, там, допустим, Виктор Астафьев, да? Так красиво, конечно. Я-то все равно мудозвон, дурак. Мне бы было скромнее писать Ре Белов. Только одно единственное. Беловых-то, в сущности, вроде как двое. Еще существует подлюга, которого я терпеть не могу, Васька Белов. Ну так он же все-таки В, а не... Вот в чем и дело. Он В, а если я Р, то это как недоношенное В. Поэтому я вынужден писать имя полностью. Роберт. Ну да. Хотелось бы узнать, почему у вас имя такое Роберт. Господи. Ну, имя понятно откуда. Мать недоучка, у нее 7 классов образования, претензии на фиг-фок на один банк. И тогда ребята называли как? Значит, Роберты, Эдуарды, не дай бог, Адольфы были, да? Меня, между прочим, для меня война началась с чего? Отец хотел меня назвать Синькой, между прочим. Ну, фиг ему обломилось. А мне это обломилось, будь здоров. Почему? Потому что для меня Великая Отечественная война началась с чего? Война для меня началась с чего? Меня тут же перекрестили в Риббентропа по этим самым. И начали бить все, кому не лень. Ну уж только один, ну вот самый брезгливый и ленивый, только до моей хари не долазил. Девки били. Ну, за что? За очки, за то, что интеллигентик, за то, что маменькин сынок. Да много за что надо было. За это били. Да и надо было. Я 20 раз уже говорил, я любую власть ненавижу. Я анархист по натуре. Я был последовательно выгнан из Ленинградского со второго курса, вот, и дважды из Пермского. Я пошел от того, мне придется и куда угодно. Мне это начальство до такой степени обрыдло, что я не хочу и от Бога зависеть. Жизнь-то моя, между прочим. Хватит с меня того, что меня зачали без моего желания. Не знаю, как вам, а мне показалось, что фильм «Географ Глобус пропил», который недавно триумфально прошел по экранам страны, и «Пермщина» чем-то похожи.
хотя последний и был снят значительно раньше. Возможно, дело в том, что и в том, и в другом случае имеем дело с архетипом пермяка. Впрочем, спросим мнение экспертов. Ну, фильм при просмотре мне понравился, он показался таким классическим. Какая-то подкупающая ясность, что ли. Вот. Но в то же время фильм не хватил всего Роберта Петровича. Он более сложный человек. Не получился фильм, мне кажется. И не получился в силу того, что и у режиссера, и у сценариста не было какого-то вот цельного понимания замысла этой вещи. Хотя есть там удачные моменты. Режиссер передо мной никакие задачи не ставил. Сказал, что свободное поведение. Ну, я занимался фотографированием сюжетов для себя. И практически ко мне ни одной просьбы не было. Один раз просьба была, она мне не понравилась от режиссера. Я сказал, что я на это не договаривался. Он замечание сделал, тоже хорошо проявил себя. Если домысливать фильм самому уже, достраивать его, то можно, конечно, его достроить, но это будет фильм о нелепости бытия. Здесь, скажем так, нелепость жизни преобладает, нескладуха этой жизни. Герой повисает как бы вне деятельности, и это напоминает такой анекдот не кончающийся. В этой жизни есть драматизм, и он в этом фильме не реализован. В этой жизни есть замысел, но в фильме он не раскрыт. А я с удовольствием поэтому и посмотрел, потому что это материал для размышлений. А я прощаюсь с вами. До новых встреч на телеканале «Ветта».Проект выходит при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края.